Всех приветствую. Сегодня на моем обозрении игра между командами Венгрии и Великобритании. За красных сегодня играет Великобритания. И мы имеем такой состав. На воротах, как я понимаю, Покс, в защите Нанда, в атаке Муман и Найс Шот. За Венгрию сегодня играет такой состав. Марси на голкипере, Кобра на защите, Идола Вагак тоже с ним, и DIP в атаке. Ну, от этого матча мы только можем надеяться какой-то там выскочки от Венгрии, потому что все-таки их уровень не дотягивает до остальных. Им нужно тренироваться, много тренироваться. И мы видим первый момент, и какой-то момент, не знаю, может быть сейв от Марси. Очень неожиданный сейв. Покс с шайбой. Дает по бортику на найс-шот. Найс-шот принимает. Отдает дальше на Мумана. Муман не смог принять. Первый на шабе Марси. Он промахивается. Подбор за игроками Великобритании. Наброс на пятак. Не доходит до своего назначения. Шайбой Муман. Катавасио по тычке Венгрии. Удар, штанга. Венгрия отбивается. Не может выйти в атаку. Перехват. Но все-таки Марси с мячом. Шайбой. Нанда, наверное, будет набрасывать на ворота. Наброс. Мимо. Найс шут шайбой. Дриблингует. Неудачный пас. Кобра шайбой. Перехват от Найс шута. Опасный момент. Удар. И опять же штанга спасает сборную Венгрии. На вынос играет сборная Венгрии. Им по-другому нечего ожидать. Все-таки уровнем сборной Великобритании много выше. Удар и гол. Голкипер Покс забивает свою первую шайбу. Снова Покс с шайбой. Возможно, будет удар. Удар мимо ворот. На подборе Нанда. Неудачный пас, перехват от сборной Венгрии. Все-таки Венгрия не настолько сильна, чтобы контролировать шайбу. Мы имеем на шут 1-1 выход, удар и сейв от Марси. Неплохой сейв. И на вынос играет сборная Венгрии. Покс с шайбой. Нанда бьет, и это опять же сейв от Марси. Марси выбивает дальше по бортику, но никто не смог подобрать. Нанда забросан на шута, неплохой пас. Возможно, будет скидка. Нет, не дают ему защитники сборной Венгрии. Нанда с шайбой. Отдает на Покса. Покс. Удар и мимо ворот. Шайбой Муман. Не смог обойти защитника, и Идоловак выбивает в направлении Покса. Наброс на пятак. Не смогли принять игроки сборной Великобритании. Найс шот шайбой. Дриблингует, завел за ворота, но не смог обвести DIP. Мума надает обратно на Нанда. Нанда наброс и мимо ворот. Найс шут шайбой, отдает пас на пятак, но никто не смог принять. Кобра может выкатываться. У него это не получилось, перехватывает Нанда. Нанда
Поперечный передачу дает на Мумана, Муман ее принимает, а дает хороший пас на Найшота, Найшот бьет мимо ворот. На отбой играют откровенно игроки сборной Венгрии, уровень их намного ниже, чем остальных команд в этой группе. Найшот должен быть шайбой, он промахивается, Муман... Удар и, опять же, сейв от Марси. Ну, из сборной Венгрии Марси все-таки выделяется. Он временами неплохо сейвит. И как-то помогает его сборной не пропускать очень много. Вбрасывание за игроками Британии. Муман не смог отдать пас, но подбор все-таки за его тиммейтом. Идоловак шайбой. Выбивает его. Пытался выбить подальше, но это неудачно. И Нанда оказывается с этой черной шайбой. Он бьет. Хороший удар. И это гол. Нанда забивает свой гол. Муман отдал голевой пас. 2-0 пока что. Но на самом деле, все-таки, по сравнению с другими матчами, Венгрия меньше пропускает. Хотя она такое играла с командой Украины, но все же. Возможно, игроки сборной Британии поддаются, но мы что-то не знаем. Один на один выход делает Найшот, бьет, попадает в штангу. Подбор за игроком Британии, он отдает на Покса. Покс должен набрасывать, он это делает. И перехватывает DAP. DAP выбивает дальше. Подбор за игроком Британии, он ошибается, это выход один на один. Есть хороший шанс для игрока сборной Венгрии. И он этим пользуется. 2-1 счет, неожиданно. Найшот с шайбой. Пытается дать по бортику. Все-таки эта передача проходит. Ему возвращают. Борьба на площадке Венгрии. Шайба попадает к Нанда. Нанда удар. Очень далеко к воротам. Все-таки подбор за Британией. Удар мимо. Муман с шайбой. Прокидывает себе дальше. Но защитник контролировал ситуацию и не дал это сделать. Муман. Возможно, будет удар. Не знаю, или наброс, или не удар, но все равно мимо. Откидывая дальше Идоловак от своих ворот, подальше от беды, но все-таки подбирает Нанда. Нанда опять ошибается. Возможно, будет гол. И это сейв от Покса. Ух, как. Все-таки преимущество сборной Британии на волоске держится, судя по моментам. Ну, это пока что. Нанда с шайбой. Дриблингует. И защитники справляются с этой ситуацией. Ой-ой-ой. Нанда удар. Очень далеко от ворот пролетело. Муман с шайбой. Прострел мимо. Идоловак должен быть первым, отдает хорошую передачу на DAP, но его опереждает Нанда. Нанда шайбой. Отдает хорошую передачу на Найшот, и это 2 в 1 выход, удар и гол 3-1. В конце первого периода забивает, второго периода забивает команда Британии. Ну, от этого матча не стоило что-либо ожидать такого сверхъестественного, все-таки Венгрия это для нас что-то новенькое, игроки тоже, наверное, новенькие, и
Они как раз только-только набираются опыта. Фокс пасует на Нанда. Нанда неплохая передача на Найшут. Будет ли он первый? Он первый. Прокидывает себя дальше. Отличный пас на Нанда. Нанда забивает. Нанда решил ударить. Но мимо ворот прилетает. На подборе Найшут. Найшут дает через бортик на Мумана. Муман не смог принять. И это возможность выкатиться сборной Венгрии. Посмотрим, что с этого выйдет. Ой-ой-ой, красиво. Но все-таки Муман контролировал ситуацию и не дал сделать выход один на один. Нанда с шайбой. Нанда бьет, и голкипер не смог справиться с этим ударом. Что ж, хитрик Нанда. Также хитрик по пасам от Мумана. Неплохо. Опять Найшут начинает водиться. И Марси это контролировал. И перерыв. 5-1. Ну, шансов на камбэк очень мало. Но вдруг это будет чудо. Брайсон выиграла сборная Британии. Наброс вперед. Но Марси выбивает подальше своих ворот. И отдают пас на Фокса. Фокс ошибается, удар. И штанга спасает сборную Британии. Ничего себе. Все-таки в Венгрии в этом матче как-то больше оказывает сопротивление, чем в прошлом против Украины. Помешал только что Найшут возможному голу. Хотя, ну, можно и так, он забил с передачи Мумана, который уже дал четвертую передачу. Муман убивает защитник сборной Венгрии в направлении Фокса. Фокс уже не стоит на своих воротах. Почувствовал себя хоккейным Нойером. Посмотрим, что он сможет сделать. Он бьет, возможно, это гол. И это гол, это дубль от Фокса. Что ж, уже счет разгромный, 7-1. Скорее всего, счет будет только увеличиваться. В пользу Британии. Найшут шайбой. Отличная передача на Мумана, но он чуть-чуть не достал. Муман наброс на пятак. И вратарь опять же первый. Ошибка от Фокса очередная. И пустые ворота. Возможно забить гол. Такой важный удар. И не забивают игроки Венгрии. Муман с шайбой. Муман начинает водиться. Возможно, он упадет сам. Но защитник сборной Венгрии справляется с ним. Что ж, Идловак должен быть первым на шайбе. Он не смог перекинуть дальше. И контратака от Нанда. Нанда выходит 2 в 1. Начинает гличить шайбу. Отдает на Найса. Найс шут с ней. Держит у себя. Странно что-то. Все стоят. А почему, неизвестно. Найс. Просто держит у себя шайбу. Набивает. Мимо ворот. Надо с шайбой. Промахивается по шайбе. И Кобра выходит. Нет, контролирует обстановку Найшут. Отдает пас поперечный Мумана. Хорошая передача. Муман 2 в 1 выход может организовывать. Хороший пас на Нанда. Нанда удар. И он выше бьет.
Найсшот Шайбай обводит уже троих игроков сборной Венгрии и сам не забивает, но дает пас на Мумана. 8-1 счет. Муман хороший пас на Найсшота, Найсшот должен это заканчивать, и Марси опять тащит. Все-таки Марси неплохо стоит для своего уровня на голкипере, уже отбил много опасных ударов, заслуживает уважения. Удар, штанга спасла сборную Венгрии, опять удар. Что ж, мы продолжаем. 9-1 счет в пользу Британии. Ошибка от Фокса. Фокс шайбой. Что же он сделает? Ну что ж, счет 10-1. Технические причины. Идлбак шайбой. Промахивается. Найсшот с ней. Найсшот бьет. Удар. И штанга спасает сборную Венгрии. Добивание. И отбрасывает на Фокса. Фокс шайбой. Хороший пас на Мумана. Муман может бить. Он это делает. Удар. И не смогли поправить ворота игроки сборной Британии. Ну что ж, конец матча. Счет 10-1. Ничего сверхъестественного не произошло. Все-таки Британия, она много опытная. Сига сыгранная. И, ну, по скилловее, наверное. В общем, ожидаем вторую игру.